Здравствуйте, дорогие гости и зрители моего канала. Сегодня я представляю вам готовую работу в алмазной технике. И что я хочу сказать по поводу этой работы. Выклеивала я ее достаточно долго по времени, потому что делала это достаточно нечасто. Но, например, если я за нее села, я могла выклеивать часа 4-5. И, в принципе, эта работа достаточно легкая и достаточно эффектно выглядит. Посмотрите, какой замечательный блеск дают эти алмазы, так скажем, раз это алмазная мозаика. Давайте посмотрим. Вот такая коробочка была. Покупала я в офлайн-магазине. Вот они, значки. Значит, Fashion Dew Diamond Point. Все замечательно. Рисунок здесь на торце. Вот такая прелесть должна быть. Конечно, он здесь пиксельный, потому что маленький. И вот если мы сравним, ну, попадание 100%. Изначально я ее покупала для сыночка, но сыночек выложил, сыну моему, напомню, я 11 лет, выложил, ну, вот такую часть и устал. После этого я поняла, что сделала ошибку, потому что, ну, надо было ребенку брать что-то поменьше. Ну, а дальше продолжила этим заниматься мама. Давайте посмотрим значки. Что я делала для того, чтобы облегчить процесс. Сначала я брала обычную палитру и туда подписывала, ну, так как я вышиваю бисером, насыпала все это дело. Вот они, остатки. Сейчас мы посмотрим. В прошлых видео говорила, но все-таки же напомню вам. На каждом пакетике я подписывала значок и номер в соответствии с ключом, который дан. Осталось совершенно всех оттенков. И всех достаточно много. Посмотрите оттенок под значком L номер 739. Как его много осталось. На что я буду дальше использовать? Ну, во-первых, я выписала еще работу большую. Вдруг там будут встречаться эти же цвета. Ну, а вообще, знаете, мы с детьми найдем, куда это. Может, яйца пасхальные обклеим. Почему нет? Мне кажется, они должны замечательно клеиться на клей ПВА, потому как они легкие. Это не стекло, это акрил или пластик. То есть, отлично, почему нет? В общем, видимо, отдам на растерзание детям. Только сначала сформирую идею, что мы из этого делаем. А может, положу в свои запасы, пусть лежит, знаете. Как у меня папа всегда говорит, лишний гвоздь в кармане не лишний. Посмотрите, какой красивый синий цвет он использовался вот в волнах. Вообще, знаете, оттенки приятные. Работать мне с ними очень понравилось. И персиковые, и розовые, и вот эти синие, серые, голубые, белый чудненький цвет. Ну, прям он чудненький за счет своего блеска. Все вот эти молочные, синие очень понравились. Все понравились. И у меня впоследствии, после того, как я убрала палитру, я поняла, что мне легче сюда пересыпать один цвет и его выклеивать. Но это только после того, как я научилась более-менее ровно их выклеивать. Потому что поначалу я пробовала, вроде как по цветам, поняла, что клеится неровно, все это пододвинула. И поняла, что надо рядами все-таки выклеивать. Потом навык пришел. Вот таким стилусом я это все производила.
Это то, что у меня осталось от клея. Конечно, это пойдет в мусорку сегодня же. И вот такое примерно количество бракованных всяких, скажем так, стразинок акриловых есть у меня. Ну, еще вот я чуть-чуть отложила. То есть, в принципе, знаете, если вы выписываете из Китая, вот это со всего-всего набора, я считаю, что это немного. Вообще, набор я брала не за очень маленькие денежки. Ну, и размер его, сейчас я вам скажу, на коробке 30 на 40. Вот такой размер. Буду отдавать в оформление под стекло. И дальше судьбу этого, этой уже теперь картины будущей мы посмотрим. Покажу обязательно вам эту работу оформленной. Обязательно покажу. Все прощупала я все руками. Вот таким образом. А кто-то еще, знаю, проходит утюгом, чтобы клей более плотно прилегал к стразам. Я этого делать не буду. Я просто ее оформлю под стекло, чтобы стекло как бы придавливало сверху все алмазики. Ну, давайте посмотрим поближе. Вот таким образом все это выложено у меня. Работать мне понравилось еще раз. Это были квадратные алмазики. То есть еще круглые, да, те, кто занимается, знает. А это алмазики квадратные. Вот таким образом издалека выглядит эта картина. Ну, собственно, вот такая сегодня моя радость. Ура, я ее закончила. Ну, а вам, дорогие мои, спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч!